Молодцы. Чистый двор к чистой совести. Добрый субботник провели на территории Приморской краевой детской клинической больницы номер 2. Убрать листву, побелить бордюры, покрасить лавочки и детские площадки пришли волонтеры, представители благотворительного фонда «Счастливые дети», учащиеся 5 класса школы номер 35 и неравнодушные горожане. Добро творит легко, как бы, и многие даже с семьями пришли, как бы, чтобы донести до детей, что доброта спасет мир. Я сегодня пришла с мамой. Мама меня поддерживает всегда в таких начинаниях и, собственно, тоже вместе со мной берет кисточку и красит, если надо. Организатором субботника выступил благотворительный фонд «Счастливые дети» при поддержке молодежного ресурсного центра города Владивостока. Рады активисты были и отклику со стороны горожан. И хотелось, чтобы таких людей было побольше, которые будут делать добро и помогать не только деткам, но и облагораживать территории не только таких учреждений, но также чтобы площадки возле своих домов, ведь там же гуляют наши дети. И дети – это наше будущее. Помимо косметического облагораживания, на территории медучреждения, где живут дети-отказнички, участники субботника высадили деревья. А завершился добрый субботник установкой кормушек для птиц, которые заранее изготовили волонтеры молодежного ресурсного центра в рамках творческих занятий. Инна Щедрова, новости на восьмом.